Так, у нас есть две флешки. Одна, вторая. Одна из них читается, другая нет. Точнее, определяется системой. Вот разобрал катридер. Вот. В общем, если бегло, то проблема вот в этом усике. Там вот усик есть. Сейчас мы это все делаем. Получше сделаем. Надеюсь. Так. Берем вот, который читается. И вставляем все внимание вот на этот вот усик. Что с ним происходит? Он отогнулся. Снимаем и делаем то же самое с этой флешечкой. Что с ней происходит? Он отщелкнулся и вниз ушел. Теперь смотрим, в чем проблема. А проблема у нас в этом сломанной части корпуса. Таким образом, когда мы вставляем эту флешку, усик на этой флешке, этой частью отгибается корпусом, а здесь он уходит вот под эту верхнюю кромку. Вот. Поэтому и флешка может не читаться. На самом деле она будет вполне дееспособна. Вот. Ну, в данном случае можно попробовать вот частично ее засунуть и воткнуть. И она должна работать, если она сама собой исправна.